Есть на земле такое сердце, в нем есть любовь и есть тепло. От мудрых слов его воскреснут основы жизни и добро. И имя, светлое, учитель, готовит к взрослой жизни нас. Мудрец, советник, просветитель. Идем с ним за руки держась. У одной из старейших школ Алмалыка, действующей с 1976 года, со своей славной историей, в каждый период были свои прогрессивные педагоги-новаторы, учителя-наставники. Те люди, которые не просто были светочем знаний для учеников, но и мудрыми советниками для молодых, начинающих педагогов. Общение с каждым из таких наставников становится источником педагогического мастерства, кладезем идей, помогающим сделать учебно-воспитательный процесс в школе не просто продуктивным, но и очень интересным. Дорогие учителя! Так называлось праздничное мероприятие накануне Дня учителей и наставников, организованное в специализированной государственной общеобразовательной школе номер 19 с участием представителей трех поколений. Почетных гостей, педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе, ознакомили с методическими разработками учителей, внедряемых в образовательный процесс школы, с достижениями ее воспитанников. Отмечалось, что все кабинеты учебного заведения оборудованы в соответствии с современными требованиями, оснащены различными дидактическими пособиями и техническими средствами обучения. Например, специализируясь на математике и физике, эта школа располагает специально оснащенными классами. На уроках алгебры и геометрии учителя доказывают, что интеллектуальные игры на сообразительность еще больше развивают логическое мышление у учащихся, повышая их интерес к этой науке. Занятия проходят весело с использованием электронных досок специального учебного оборудования. В школе действуют два кабинета информатики, оснащенные современными компьютерами, а преподают основы IT-технологий педагоги, получившие специализированные сертификаты. В результате ученики ежегодно становятся призерами городских и областных предметных олимпиад. Эта школа включена в число 364 лучших общеобразовательных школ страны, отобранных из более чем 10 тысяч. Основная часть программы «Встречи трех поколений» прошла в актовом зале. Ветераны педагогического труда пообщались с учителями, которые в эти дни помогают детям освоить азы наук. Выступившие перед собравшимися работники школы со словами благодарности вспомнили всех, кто заложил славные традиции педагогического процесса в этом учебном заведении. С большим уважением прозвучали имена тех, кем школа по праву гордится. Отрадно, что среди нынешних педагогов немало бывших учеников школы. Поблагодарили своих наставников и те, кто, переступив порог школы многие годы назад, став большими профессионалами в других сферах, помнит, что любовь к знаниям им привила ставшее родным это учебное заведение. А сегодняшним успехом в жизни они обязаны учителям с большой буквы.